Ой, Володь, осень такая красивая. Да, Галь. Да поставь ты его около деревца, пусть на небо посмотрит. Ха! Ага. Да ты посмотри, как листья падают. Красота, Галь. Так, Володя, что он там причмокивает? Да просто чмокает. Он листья ест. А, опять не досмотрел. А я-то чё? Чё по-китайски знаешь чё? Пошли домой, ребёнок листьев нажрался.